В этом году с 1 апреля вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Увеличение выплат произойдет на 3,4%. В Магаданской области повышение коснется свыше 2000 пенсионеров. Напомним, что социальная пенсия назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличатся и пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Индексация пенсии коснется и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Также повысятся размеры социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий. В результате индексации размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 23 650 рублей 57 копеек, инвалидов первой группы 19 709 рублей 9 копеек, второй группы 9 854 рубля 49 копеек, третьей группы 8 376 рублей 39 копеек. Размер прожиточного минимума для пенсионера в Магаданской области составляет 17 560 рублей. Если после повышения пенсия будет ниже этой величины в регионе, то гражданину установят региональную социальную доплату.